29 августа Сережа поздравляет меня с днем рождения и танцует мне танец маленьких утят. Или это что? А, это русский народный танец, ансамбль «Березка» в исполнении одного «Березки». Или «Дуба». Чуть ты «Хаванахил» танцуешь. А, так вот «Березка» танцует. «Хаванахила, Хаванахила». Этот удивительный танец полон экспрессии, чувств и любви к родине. А это пошли восточные мотивы. Что-то из Джеки Чана. А, это снова русское. А, это пошло криминальное чтиво. Поздравление оттуда. Да, вот так. А это танец маленьких утят. Прекрасный танец, поздравительный. Я даже думала, что сейчас у него личина спадет. Нет, не спадет. А слова будут, нет, в этой песне? Сколько экспрессии. Вот так вот. Спасибо большое.